Занятия спортом – это возможность любому человеку поддерживать хорошую физическую форму, а также бодрость духа. Ведь если ты хорошо бегаешь или, например, можешь потянуться больше 20 раз на перекладине, волей-неволей начнешь себя за это уважать. А на муниципальных соревнованиях по комплексным силовым упражнениям и кроссу, которые прошли в универсальном спортивном комплексе Подмосковья, за высокие результаты еще и наградят. Участниками сегодняшних соревнований являются команды юных спасателей, участники всероссийского движения «Школа безопасности». Все старшие команды – это дети, которые уже третий год в этом проекте. Вот. У нас ребята достаточно успешно выступают на уровне муниципальном и очень успешно выступают на уровне региональном, областном. В округе на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» разработана и успешно реализуется дополнительная программа «Юные спасатели» для учащихся 8 и 10 классов. Ребята участвуют во всевозможных спортивных мероприятиях. На этот раз в спорткомплексе собралось 26 команд, состоящих из учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. Подростки пробежали кросс на время. Также молодые люди продемонстрировали подтягивания на перекладине, а девочки выполнили упражнения на пресс. Это нужно для повышения физической подготовки. То, что это дает множество различных навыков, которые пригодятся в будущей жизни, как навыки выживания. Навыки, допустим, вязать различные узлы. Ребята, продемонстрировавшие самые высокие показатели, получили почетные грамоты и медали. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.